А в пригороде Атырау свадьбу остановили с помощью дрона. Инцидент произошел в 10 километрах от областного центра. В мониторинговой группе сообщили о возможном нарушении карантина. Запустив дрон, сотрудники акимата зафиксировали скопление машин. Выяснилось, что на той приехало порядка 100 человек. Организаторам пришлось остановить мероприятие и заплатить штраф почти 700 тысяч тенге. Отмечу, за последние 2 недели это второй случай, когда нарушителей карантина помог выявить беспилотный помощник. Многие заведения продолжают работать, нарушая санитарные требования, то есть заводят гостей через задние входы. Вот такие факты у нас очень часто встречаются. Мы поэтому при необходимости используем дрон. У нас сейчас на сегодня 12 групп мониторинга осуществляет. Вот с начала года было выявлено свыше 370 заведений, именно которые нарушили. Вот только за последнюю неделю у нас 28 объектов. Также в Атырау опубликовали список граждан с красным статусом, которые нарушили режим самоизоляции. За месяц в него попали сразу 27 человек. Теперь им грозит штраф в размере 30 МРП. В общей сложности они должны заплатить почти 2,5 миллиона тенге. Всего с начала года в Атырау зафиксировали больше 600 подобных нарушений.